Так, я записываю маленькую нарезку из своего повтора. Просто вот, наверное, забавный случай, который был у многих. Ну, не... Но я решил его все-таки как бы записать, выложить. Что называется, для смеху. Как это бывает. Так, мы пускаем повтор. Я вот тут уже доигрываю бой на М36. Вот замечаю вот 34-ку, вот эту, которая охраняет точку. Но я так подумал, что вот в этот момент, когда я засек его гусеницу, он заметил и меня. Убиваю зенитку, которая ему вроде как помогала. И подумал, что он сейчас должен как бы на меня сагриться, выехать там, проатаковать, пока на перезарядке, чё кого. Но этого не произошло. Я подумал, что чувак умный. Тактический. В общем, нет слов, как надо быть с ним аккуратно. И я встал так, чтобы видеть край гусеницы, чтобы просто не потерять его из виду. Начал тоже выжидать. Ну и постепенно вот так вот за ним наблюдая, старался как бы не терять его из виду. Вот тут он закатился, дабы он никуда там не уехал, чтобы я его не потерял. Хотя, в принципе, тут уехать, конечно, особо и некуда из-за дома. В общем, начал я его чекать. Ну, в свою очередь, я ожидал от него столь же умных действий. Вот если я опять выцепил его гусеницу, чтобы визуально его наблюдать. Ну и что, то, что мы называем гляделки, вот. Гляделок, конечно, особо нет, он-то меня так визуально не видит, как я его. С этой позиции мне удобнее, конечно. Ну, долго стоять тоже не хотелось, как бы, вот, и я начал движение, кстати, в его сторону. Потому что, ну, как бы точку надо было брать. Танков-то у нас осталось тоже немного в команде, как его не... Ну, собственно, поехал я и поехал. Решил зайти ему сзади. Ну, я думаю, он меня чекает. Он там такой весь продуманный, продвинутый. Он по-любому либо сейчас развернулся на меня, слышал двигатель. Выкатываюсь. Тут мне помешала странная кучка. Прицелиться, а он, оказывается, стоит и вообще не догадывается, что я рядом. Ну, вот тут он меня, конечно, визуально уже обнаружил. Все, поехал по кругу. А я же еду за ним. Ну как же без этого? Он по кругу, я по кругу. Он за угол, я за следующий угол. Ну, конечно, я еду за ним, как же без этого? Ну, вот, собственно, он и приехал. По кругу. Ребят, ну когда вы едете по кругу, вы хоть за следующий угол-то заглядывайте и назад хотя бы посматривайте, действительно за вами едет этот противник или нет. Я, собственно, не оказался умнее, я просто никуда не поехал. Как-то так, в следующий раз, будучи в такой же ситуации, если она сложится с вами, то... Лучше все-таки посмотреть за угол. А такие противники, ну, что называется, радуют своей тупостью.